Что, мне сзади ехать? Ну, по-разному. Езжай, как едешь. Я давай за тобой пока поеду. Давай. Да нормально езжай. Нормально? Да. Пойдет. Все, спереди, сзади ехать. А я пробую выехать, чтобы носки вперед с бугра выехали. И только когда уже начинают выкидывать, перецентровываюсь. Давай не торопясь, чтобы. Ну, мы не торопим, все так. Давай, ты спереди, я сзади. Хочу посмотреть, как я снизу. Ну давай. Я за тобой. Сейчас я выберу траекторию. О! Прям. Могульный курс, Петя, смотри сюда. Слушай, уже нарыли, да. Прям, смотри, какие они. Прям реально могульный. Только он дурацкий, он покатый вниз. Ну, без тормозящей площадки. Ну, попробую я, да? Поедешь за мной? Отойди для старта. Ага. Чуть-чуть тебя отпущу. Ну, как вариант, да. Так, 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 так. О, интересно даже. Но они разгонные, они неправильные. Чё? Там дальше? Или по пологому. Смотри, тут уже бугры вырисовываются. Ну, что, готов? Готов.
надо, я криво еду. Вот. Тут я с этим ничего не могу поделать. Все, сзади поедешь или за мной? За тобой. Хорошо. Я этот, можно так немножко поразвлекаюсь? Давай. Видел, да, что я делал? Я без разгрузки с вершины уходил. Ну не видишь, что ли? Я на бугор заезжаю и не разгружаюсь на вершине. И меня выкидывает. И когда вот начинает выкидывать, я в этот момент этот перецентровываю. Вон, посмотри. Уезжай за мной. Давай, едешь, да? Вот, еду. Как бы мини-прыжочек получается. У меня лыжа воткнулась внутренне, в бугор куда-то заглубилась. Там, короче, она не выехала с бугра, а этот как его воткнулась в него и ушла внутрь. Чего? Время есть? Ну что, все? Едем? Ну, наверное, да. Тебе надо на шлем такую же штучку сделать. Да. Че, поехали? Поехали. Тут вот камушки где-то есть, но их мало. Вперед.
нас этот канатчато идет аккурат. Лучше занимается с этими такими делами. А что, вырубилось?